Итак, господа, я хочу, чтобы вы посмотрели вот на этого привлекательного мужчину. Как по-вашему, похож на то, что он готов вернуться к работе в офисе? Разве этот парень не похож на профессионала? Обратите внимание, он носит бороду в стиле «снова на работу». Также этот стиль известен как «корпоративная борода». Это относительно короткая борода, длиной 2-3 дюйма. Владелец такой бороды буквально с порога дает понять всем и каждому, что он профессионал и не забыл, как стильно отращивать волосы на лице. В реальной жизни, если вы занимаетесь юридической практикой, работаете в банке, консультантом, в общем, если вы работаете в какой-то консервативной сфере услуг, вы не можете носить безумно длинную окладистую бороду. В принципе, можете, но корпоративная борода вот как у этого парня поможет вам сохранить индивидуальность и вместе с тем выглядеть стильно, опрятно и, так сказать, в теме. Так что если вы возвращаетесь к работе в офисе, работая лицом к лицу с клиентами, рассмотрите этот стиль бороды. А что делать, если вы хотите бороду в другом стиле, так сказать, с характером? Итак, вы хотите вернуться на работу в офисе, но ваша борода должна прямо-таки кричать о вашей индивидуальности. Тогда, ребята, обратите внимание на стиль броги. Броги — это когда у вас длинные усы и более короткая борода. Эта комбинация бороды и усов уникальна. Усы дополняют бороду, и все вместе создает рисунок крыла. Я считаю, что этот стиль бороды отлично подойдет мужчине с длинным губным желобком. Губной желобок — это вертикальное углубление на коже между носом и верхней губой. Если у вас желобок хорошо выражен, вам отлично подойдет этот вид бороды. У среднестатистического парня где-то от 7 тысяч до 20 тысяч волосков, которые растут на его лице и могут превратиться в бороду. К сожалению, не все они растут с одинаковой скоростью, и борода может выглядеть неопрятно. Поэтому в случае с более короткими видами бород, важно приобрести подходящие инструменты по уходу за бородой. Следующий вид бороды – это борода в стиле Ван Дайк. Мне особенно нравится этот вид бороды, потому что у него есть своя история. Все началось в 17 веке. Бородку в таком стиле за последние несколько сотен лет носили художники, короли. А в наши дни вы можете видеть обладателей таких бород в Голливуде и на спортивной площадке. В целом этот образ состоит из бородки и усов, которые друг с другом не соединяются. Для ее подрезания вам понадобятся триммеры. И это подводит нас к упоминанию старой доброй испаньолки, которая элегантно обрамляет рот. Лично мне всегда казалось, что испаньолка больше подходит для среднего класса, чем для офисных работников. Она немного грубее выглядит и не такая аккуратная. Но если вы обрезаете ее по краям немного короче, если вы правильно за ней ухаживаете, она может выглядеть хорошо. Все эти типы бород стилисты могут подстригать более коротко, если вы хотите всегда выглядеть аккуратно и опрятно. А если вы хотите, чтобы длина бороды была немного длиннее, 3 или 4 дюйма, в то же время вы хотите работать в офисе, тогда обратите внимание на заостренную бороду. Борода в таком стиле требует больше внимания как к себе самой, так и к вашей стрижке. Так что если вы выбираете бороду в этом стиле, вы должны каждые несколько дней приводить себя в порядок. Вам нужно будет либо очень хорошо научиться обращаться с триммерами, либо записываться к профессионалам. С правильными инструментами вам будет гораздо проще с этим справиться. Обратить внимание следует на верхнюю часть щеки, с которой нужно начинать подравнивание, а затем переходить на оставшуюся часть бороды, чтобы постричь ее и сохранить форму. Большое преимущество этой бороды перед другими в том, что она позволяет сформировать линию подбородка. Если у вас слабая нижняя челюсть или если вы хотите выглядеть более мужественно, этот стиль бороды отлично справиться с вашей проблемой. Вам нужно отрастить немного более густую бороду в области верхней части щек, чтобы конус работал в вашу пользу. Получается довольно солидный образ. А теперь давайте поговорим о щетине. В моем списке это самая короткая борода. Как следует из названия, эта борода представляет собой щетину, равномерно распределенную по лицу. Но несмотря на простоту, за этой бородой тоже нужно следить. Вам нужно будет подравнивать щетину триммерами и, вероятно, заниматься этим раз в 2 дня. Вначале нужно, чтобы ваши волосы росли равномерно, примерно на неделю. В зависимости от вашей генетики, от того, как быстро растут ваши волосы, вначале нужно, чтобы волосы выросли равномерно по всей площади, а потом уже формировать нужный тип бороды. Подойдет ли такой стиль всем? Не думаю. На некоторых людях щетина не будет хорошо смотреться, особенно если волосы растут пучками. Но у парней, у которых мощная растительность на лице, щетина смотрится очень хорошо, и женщины находят такой образ очень привлекательным. А теперь давайте поговорим об одном моем фаворите – бороде в стиле короб. Она похожа на корпоративную бороду, но этот вид бороды вам нужно отращивать немного дольше, и в ней больше акцент смещается на подбородок, на линию челюсти.
челюсти. Эта борода выглядит очень внушительно, и на мой взгляд, ее можно носить, чем бы вы ни занимались. Чтобы вырастить красивую бороду в стиле короб, вам нужно отращивать ее не менее 3 месяцев, прежде чем начинать ее подравнивать и создавать нужную форму. И обратите внимание на шею. На шее не должно быть волос, иначе вам не видать стильной бороды, как своих ушей. Эта борода должна немного сужаться по бокам от бакенбардов к подбородку. Для этого нужно отрастить волосы немного длиннее по бокам на щеках. И как дополнительный бонус, если у вас лицо круглой формы, эта борода поможет вам сбалансировать пропорции лица и создать более длинную, сильную линию челюсти. Итак, какое же видео стоит посмотреть после этого? Вот тут у меня 7 лайфхаков, чтобы выглядеть красивее. Серьезно, если вы будете следовать этим советам, вы будете выглядеть лучше, как по мановению волшебной палочки. Кликайте по видео. Оно отличное.